Добрый день. Итак, я в Греции. Сегодня прилетел в обед, летел с Одессы в Киев, то есть побывал сразу в нескольких городах. Совершил два перелета из Одессы в Киев и из Киева в Афины. Здесь меня встретили, привезли в офис, там порешали некоторые вопросы по приборам, я показал возможности работы. Завтра еще будем встречаться, буду показывать. Сегодня просто устал, наверное, видно по моему внешнему виду. И перед тем, как лечь спать, хочу показать вам дом, в котором меня поселили. Это дом одного из сотрудников офиса, куда я приехал. Итак, я покажу, начну сразу с балкона. Посмотрите, какая обширная, ну, даже сложно сказать, наверное, лоджия. Ну, здесь вид не очень, дома. В той стороне где-то море. Буду идти спиной к солнцу, чтобы вы увидели. Вот, это все лоджия. Вот такие дома в Греции. И здесь еще мы видим тоже отделение. Но это еще не все. Лоджия продолжается еще в другую сторону. А это Афины. Сейчас просто солнце как раз светит на нас. Ну, возможно, что-то будет видно. Сейчас покажу вам с той стороны. Солнечные батареи стоят, люди электричество экономят. Ну, здесь солнца много. Здесь к нему, наверное, дети приходят. И вот вторая часть лоджии. А сейчас я покажу саму квартиру. Сразу покажу еще вид отсюда. Вокруг горы. Не знаю, насколько видно будет. Ну вот дом с таким видом, вернее квартира с таким видом, в которой я поселился. Архитектура, честно говоря, мне тут не очень нравится. Ну, у каждого свой вкус. Здесь выходы из всех комнат. Итак, пройдем, покажу дом. Вернее, квартиру, опять же. Это комната, в которую меня поселили, где я буду жить эти пару дней. Ну, в общем-то, все необходимое. Кровать есть. Интернет. И далее здесь еще одна комната. Тоже выход. Получается на балкон. На лоджию. Здесь картины. Здесь, я так понимаю, комната хозяина. Ну, тут творческий беспорядок, я уже говорил. Ванная комната обязательно прилагается к комнате. Сейчас загорятся лампы. Ага, вот. Вот. Вот такая ванная комната. Одна. Теперь идем далее по коридору. Тут темновато, конечно, но вот. Вот так. Еще одна ванная с душем. Это ей пользуюсь я. Идем далее. Здесь кладовка, тут стиральная машина стоит. Это кухня. Вот такая мебель деревянная. Ну, все необходимое. Как я говорил, уже на это можно не обращать внимания. Творческий беспорядок. Главное, вот фильтр для воды стоит.
вся необходимая техника. И здесь холл или зал. Какие-то статуи. Вот такая довольно обширная квартира, в которой мне предстоит провести ближайшие пару дней, даже 2,5 дня. Это вход. Ну вот примерно, вот еще какая-то комната, еще вот здесь, вот еще один туалет оказывается. Как все продумано для людей. Здесь получается зеркальная дверь, да, вставлено зеркало и вот такой небольшой санузел. Выключим свет. Ну а я пойду к себе в комнату, сейчас немного прилягу, отдохну, потому что с дороги немного устал, честно говоря. Отдохну и потом, что интересного в Афинах встречу, постараюсь все показать, что можно сниму. Всего доброго, будьте здоровы. Привет из Афин.